Давай!
В этом поединке главным решением победу одержал боец в синем углу Александр Черкесов, Латвия. Ввиду отказа секундантов, победа принуждается бойцу в красном углу Иво Клейну. Давай!
Thank you.
Победу одержал боец в красном углу. Молодец! Эй! Опять нога!
Витя. Теперь размажем. Эй! Уже ручки, уже ручки. И опять нога. Нога опять. Саша, чуть-чуть уже бить надо, уже. И нога, и нога. Тимур, не могу сзади забрить, он болтает. Второй раунд. Хватит! По бедрам, Саша, бей по бедрам. Эй, еще по бедрам бей. Эй, по бедрам, Саша, колени, эй, молодец. Да-да-да, прижался, оттянул колено в бедро. Хватит! И он опять пошел. И сразу, и колено опять. Эй, молодец, еще. Еще колено, молодец. Эй, нога, нога. В этом поединке единогласным решением победу одерживает Александр Черкесов. Стоп!
В этом бою победу одержал Гайдукас Эйтвидас, Литва. В этом бою победу одержал боец в синем углу Олег Малковский. И первое место Лауринос Сриупискис. Кадеты 13-14 лет, до 55 килограмм. Второе место. Владислав Федоров. И первое место. Игорь Малковский. Мечкиневичус. Первое место Александр Черпесов.
Лавринас Сриупівськіс. Александр Черкесов, лучший спортсмен. Максим Ташматов, за волю к победе. Второе место. Команда России. И первое место. Команда Латвии. Thank you.